С довольно неплохой массовостью прошли в этом году спортивные праздники. В августе – день физкультурника, а в сентябре – день здоровья. 15 сентября более 200 учащихся и студентов стартовали на Успенской площади, чтобы финишировать на стадионе «Чайка» и таким необычным образом открыть праздник. От имени главы района Элеоноры Михайловны Переметьевой, от имени политсовета Угличского местного отделения партии «Единая Россия» я приветствую вас и поздравляю с сегодняшним замечательным праздником. Очень хорошо, что сегодня здесь столько красивых, здоровых, умных, веселых молодых людей. Спорт – это здорово, спорт – это здоровье. И власти района, и партия «Единая Россия» делают все для того, чтобы российские дети, россияне были и молодыми, и здоровыми. Здесь строится новый ФОК. Это партийный проект. Один по размаху и по объему – это сопоставим с национальным проектом. Когда он будет готов, угличане смогут еще лучше заниматься спортом, еще больше возможностей для этого будет. Я надеюсь, что среди молодежи здесь стоят победители Сочинской Олимпиады. Удачи вам, успехов и всего самого наилучшего. Флаг соревнований поднял ветеран угличского спорта Маким Даулетович Даулетов. А вообще, этот день был отмечен соревнованиями по уличному баскетболу, дартсу, волейболу, стритболу, шахматными баталиями. А в завершении праздника была проведена малая шведская эстафета среди учреждений и учебных заведений города. Среди взрослых победила команда отдела внутренних дел, а среди молодежи равных не было отрадновцам. Первый этап – это всегда достаточно сложный этап, тем более в такой эстафете, как шведская, 400 метров. Ну, вы оторвались буквально почти на 100-метровку. Вы специально тренируетесь? Ну как, тренируемся уже давно и выступаем в эстафетах очень давно. И уже первый этап – это четвертый вроде в моей карьере. Вот. И поэтому был уверен. Лишь дыхание сначала слышал соперника, а потом почувствовал силы и оторвался в конце. И для дальнейших, которые будут участники в моей команде, чтобы им было легче потом бежать. Игорь, у вас был уже неплохой задел, оставалось только его сохранить. Как вам бежалось? Ну, бежалось легко, усталости не чувствовалось. Вот. Легко удержал преимущество. В спину никто не дышал? Не слышно было. Я не боялся, что меня обгонят, но я выложился по максимуму и добежал до конца. И Людмиле эстафету передал? Да. Как 100-метровочка последняя удалась? Нормально. А вы, вот хочу вам теперь всем вопрос задать. Вчетвером, вот именно в этом составе, часто бегаете эстафеты? Ну, бегаем эстафеты обычно посвященные 9 мая, как обычно, вот, и добивались многих успехов. Но там, конечно, количество человек больше. Но эти все участники нашей команды, они выступают уже давно в эстафетах. Ну, здесь с отрадного самые сильные люди собрались, как вы думаете? Думаю, да. Вот в полях атлетики, да? А как вы думаете, кто наибольший вклад внес в победу? Мне кажется, все. Мне кажется, тут без чего-то, без хотя бы одного этапа, если бы он провалился, мы бы не выиграли. Тут нужно, чтобы все составляющие выполнили. В этот же день на стадионе прошел футбольный поединок между командами «Чайка» и «Угличмаш», в котором сильнее оказались часовщики 4-1.